Здорово всем, ребята, Кентух на проводе. И прямо сегодня я заказал самого дорогого тренера по киберспорту на Авито. Этот тренер стоил целых 100 тысяч рублей. Потом прожмите за это лайк, потому что это реально очень эксклюзивное видео. Вы просто не поверите, кто же мне там попался. Поэтому, ребята, с вас лайк, подписка. Поехали. Короче, ребята, тренер прямо сейчас ко мне подключится в комнату, я ему уже перевел деньги, и я решил вначале проверить, не нуб ли Галима этот тренер, поэтому мы с ним вначале сыграем дуэлечку, а потом он уже будет меня учить киберспорту. Алло, алло, тренер, здравствуйте. Так, приветствую. Вы покупали, да? Да, я вам заплатил, 100 тысяч рублей пришло. Да, денежка пришла, спасибо большое. Так, ну что ж, начнем занятие. Тренер, я извиняюсь, я хотел бы вот изначально проверить, не нуб ли вы Галимый, настоящий ли вы тренер, чисто сыграть с вами, ну хотя бы пару раундов, вы и Тёмочка, не против ли вы показать мне мастер-класс? Ради тебя я могу тебя стряхнуть стариной и показать тебе. Ну за 100 тысяч рублей-то можно, не? Ну, раньше мне больше платили, конечно, ну давай. Хорошо. Так, бей Тёмочка, ты хочешь, да, значит? Подожди, ты в клане RGG? Ну... Да, вообще-то. Подождите, это тот самый топ-2 клан мира? Почему топ-2? Маслята. Скилл, братан, это ты? Слушай, как тебя зовут-то вообще? Кента ПК, в смысле, как меня зовут? Кента ПК, Илюша, это ты что ли? Да, братан, обалдеть. Слушай, привет, смотри, ну я тебя сегодня тогда, значит, буду тренировать. Хорошо, братан, ну давай вначале мы проверим, на что ты способен, потому что мало ли я тебя буду тренировать, поэтому давай дуэлечку, бей Тёмочка. То есть так ты хочешь, так, да, со мной? Не, ну давай, кто кого, посмотрим, кто сильнее. Так, ну что, я иду, подкрадаюсь просто как морской котик. Ты, кстати, если видишь какие-то мои ошибки, ну сразу уточняю, потому что все-таки я не киберспортсмен. О! Первая твоя ошибка, ты меня заговорил, я вообще там бегал. Я даже не ожидал, на самом деле, что ты купил у меня занятия. Очень много кто покупает занятия по киберспорту. Братан, ну цена-то недорогая, поэтому и купил. Ну, в принципе, 100 тысяч недорого. Так, ну смотри, первая позиция у тебя на подоконнике. Если ты играешь дигла, занимай, старайся дальней позиции для того, чтобы ты мог с противником держать дистанцию. Чисто вантапом, да? Чисто. Один патрон, один противник, правильно? Вот на, возьми дигл, попробуй даже вот так, смотри. Я буду стрейфиться, а ты будешь попытаться... Ой, ну это идеально. А я чисто препом, чисто препом. Слушай, давай теперь на всю силу я сейчас сыграю против тебя, посмотрим, на что ты способен. Против таких оружий, на которых играю я, тебе нужно играть с дистанции. Так, я слышу ваши шаги, вы где-то там топаете, тренер. Слушай, а вы опасный малый, тренер. Ай-яй-яй. Так, нет пробития. Тренер, вы знаете, где я? Привет. Я сзади. Боже, я натренировал тебя настолько, что я им просто вообще великолепно. Тренер, я думаю, если подписчики наберут много лайков, может быть, я буст у вас закажу. Сколько у вас стоит буст до легенды? Ну, для тебя 2 рубля. Так сказать, скидочка. Ого, нифига себе там прыгаете. Тренер, не буяньте. Тренер! Отстаньте! Как старости? То есть вот так вот вы ученика на нож посадили, не стыдно, тренер. Что у тебя есть? Вот ты играешь в Бэклунту, да? Твоя главная задача его защищать, чтобы я не поставил пачку, да, вот так вот. Вот так вот не поставил пачку. Помимо этого, ты должен знать миллион смоков вот на это место. Это называется лом. То есть с каждой твоей позиции ты можешь его кинуть. Я могу кинуть этот смок. Вот, вы можете с моей базы бросить, а? Или с бабу? Да, могу. Ну давайте, тренер, сейчас проверим. А ну-ка, по смоку, что за тренер. Так, а то вдруг это тренер с Алиэкспресс, а не с Авито. Мало ли, кто его знает. Ну, я давно не тренировал этот смок. Он немножко... тренер с Алиэкспресс. Ну, неплохо, неплохо. А, нет, ладно, нормально, пойдет. Ну, слушай, ну тут справа есть щель, понимаете, да? Типа, ну, в принципе, вот так можно. В общем, я тебя всему еще научу, но первое, что ты должен знать, что ты должен смог ломку ложить, помимо всего прочего. Самая неожиданная позиция, если ты сюда встанешь на... Ты где бегаешь? А вы где? Я вас ищу, тренер. Вот, нифига себе, вы куда залезли? Египетская сила. И неожиданно убить. Ничего себе, а на нее можно залезать, оказывается? Обалдеть, а я даже не знал. Ничего себе. Не, ну тренер, можно пожать вашу руку? Тренер. Давайте. У вас прям битбол? Ну, есть такое. Но я не буду бросать, как вы бросали дым с респы прям. Я вот подойду на ступенечки и брошу. Блин, у меня чуть раскид. Ты весь тренер, а? Ты весь тренер, а с таким смоком.
Даже просто подойди, посмотри, какой тут смог. Я не стреляю. Смотри. Не, ну да, конечно, по смоку отмена. По смоку отмена. Ну, тренер, сами понимаете. Ну, не всегда же, не всегда же быть киберспортсменом. Хватит, продолжим тренировку. Хватит баловаться. Все, поехали. Все, поехали. Ты в тёмке? Зачем ты это делаешь? А как вы узнали? А, заплентили бомбочку, да? Да. А где я, как думаете? На лангу. Тренер, я тут, а! Мне кажется, вы в ребрах. Тренер, мне кажется, вы в ребрах. Я хотел вас зарезать. Ученик. Не, ну видите, я перехитрил, я перехитрил. Я блефанул, подумал, что вы ребра. Ну, на нубагали его проверим, мало ли мы тут. Ладно, все это были шутки, давай начнем нормально. Пробуй запушить. Тренер. Опа, попал? Да. Ой-ой-ой, тренер, слушай. Ааа, нифига себе, мать моя женщина. Слушай, ну ты даже переигрываешь тренера. Ладно. Тренер, на Авика, можно фишки с Авика? Вот, ну есть там не сложно. Фишки с Авика, ну у меня Авика сейчас нету, конечно. Ну, давайте мы сейчас замочите, вы мне сейчас замочите и купим Авик и фишки с Авика. Хорошо, давайте. 5 minutes later. На лонг бежать, верно. Даже позиции выучили. Ну то есть мы с вами поработали неплохо. Не, ну типа уже прогресс чувствуется, уже раскидочки знаем. Позиции знаем, все знаем. Берите, опа. Берите. Все, давайте, уходим, теперь попробуем. Мне такой, вы мне такой авик похуже, да. Самое главное, самое главное, это ноускоп. На самом деле, чувствовать середину прицела, то есть середину экрана, прицел, это самое главное. Слушай, а если я вот плюну посреди экрана, типа, ну это нормально будет вместо прицела? Да, и точечка будет, прицел, нормально, нормально, так тоже пойдет. Это уже лайфхаки, да, исторические, конечно, ну ладно. Ну что, тренер, погнали! Ладно, страшно, прощай, давай. Ноускопы, ноускопы. Окей, окей. А куда это там мы лангу махаемся? Тормозиру. Смотри, один патрон, один удар. Вот и все. Не, ну хэштег не погано, хэштег нормальный тренер. Не, ну не зря бабки заплатил, не зря. Ладно, я думаю, мы с тобой ноускопы прошли. Теперь самое главное, это фазумы. Сейчас, постарайся очень быстро нажать тебе прицел на авике и выстрелить, когда ты меня увидишь. Прицел, выстрел, давай. Давайте, тренер. Оо, да. Ну, тренер, ну с третьего раза вообще на изучал. Я считаю, это лучший ученик, самый худший, попал с 69-го раза у меня. Так, ну что, тренер, все, уже можно с Авика на всю силу играть. Давай чисто разочек сам сыграем. Давай, разочек. Как раз у тебя последний этот, может, я даже камбэк сейчас сделаю. Смотри, самое главное, когда ты проигрываешь в счете, вот это тоже будет тебе уроком, не отчаиваться играть до конца, потому что везде можно до камбэка. Не, ну слушай, ну я могу заплакать, тренер. В принципе, когда я проигрываю. Самое главное, это ничего себе, тренер! Ну вот это было не по-пацански. Сейчас я воспользовался самой секретной. Это ваша голова на полпикселя. Не, ну это нормально по-вашему. Тренер тоже хитрец ставит. Тренер. Да я так и знал! Не, ну все, тренер, вы напросились. Давай, на ножах. Давайте. Давай. Вы решили меня перехитрить. Ой-ой-ой-ой-ой. Тренер! Нет, тренер, вы бессовестный. Ой-ой-ой, я сзади. Да, круги наматываем. Тренер, отстаньте! Нет, тренер, вы неадекват. Нет, тренер, вы бессовестный. Вы бессовестный. Все, игра на всю силу. Игра на всю силу. Все, я дропнул авик, иди на спавн. Так, ну все, окей. Я подобрал ваш авик, в принципе, можно начинать играть, тренер. Откуда инфа? Тренер, вы стрим-снайпер или что? Мне кажется, ты в Б-доме, да? Где-то стоишь наверху, наверное, авиком. Пытаешься. Не ожидаю! Тренер! Самый главный урок. Никому не доверять. Я тебя выиграл. Даже тренеру. Так, пойдемте дальше. В союзники сейчас продемонстрируйте, так сказать, на других людях, на что вы способны. И нет, в любом случае, смотри, давай я тебе быстренько покажу. Смотри, за тест-сайт мы с тобой используем тактику врыва в ковры. Я кидаю смог вот сюда. Мы с тобой вырубаемся и душим просто сайт. Тренер, хорошо? А ковры какие? Вот красные. Турецкие или не турецкие? Вот. А, ну это, слушай, ну это такие советские ковры. У меня у бабушки такой на стене висит. Да? Слушай, а что он в игре-то сделает? Да по поводу бабушки перекинула. Слушай, ну мне кажется, мы их морально уже подавили. Тренер, а морально надо давить противника? Давайте напишем «Вы нубы». Напишем «Вы нубы». «Вы нубы». Так, кидай флешку в сайт. А спрыгивать можно или нет? Куда? Где спрыгивать, говорите? Да, коннектор смог вот сюда. Давай за мной, погнали. Не бойся. Я пленч. Тренер, давай. Мне кажется, не ФК стоит, не? Смотри, еще какая фишка, ты знал? Тренер, нам жопа! Тренер, если бы еще пока свою фишку вас замочили. А ты меня прикрыл. Ну, получается, да. Ладно, хорошо, тебе кидаем
Блин, я скины забыл поставить. Ну попробуй, на. Оцени. Ой, тренер, ну вы нубгалимы, конечно, по скинам. Кажется, нужно нанять тебя теперь по скинам тренера. Так, ну что, говорите, куда дел? Ой, я забыл купить дым. Ничего страшно. Вы только не смотрите на чат. Тренер всех обзывает. Они его отдают, потому что они... Тренер опять там же! Ой-ой-ой-ой-ой. Попали. Тренер, давайте вы начнете играть 0 килов, тренер, сами понимаете. Слушай, на самом деле, я хотел тебе признаться, что я на самом деле вообще ничего не знаю. Ладно, потом скажу, пойдем за мной. Давай, иди сюда вниз, я тебе накину флешечку, вот туда вниз. Давайте. Я тебе накидываю флешечку, отворачивайся и пуша. Раз, два, три, отворачивайся, пуша. Пуша. Тренер, давай. Справа кто-то топнул! Говори, какую позицию ты взял. Я не знаю, как называется, тут пори, сарай, кишка, ступеньки. Кишка! Ладно. Тренер, отомстите за меня. Тренер! Слушай, ну смотри, я тут не стал убивать противника. Никого, потому пощадили. Что, да, пощадили. Я считаю, что сейчас нужно сделать секретное оружие. Секретные тактики, пойдем за мной. Давайте, если тренер. Если тебе даю подсадочку, а топать можно? Да. Так, тренер. Это самое главное. Давай, запрыгивай, убивай. Я прогнулся. Тренер, они нас ждали! Да ё-моё, что вы за ученик, ничего не понимает. А я запрыгиваю, а он там прям сидит и ждет меня. Смотри за мной, попал, не попал. Попал, они тут. Аккуратно, тренер. Ему приходится самому делать. Ладно, ничего страшного. Так, быстро дай мне авик. Быстро дай мне авик, и мы выиграем эту игру. Хорошо, тренер, ну вы гарантируете выигрыш, да? А тебе P90, да, P90 для тебя. Давайте, тренер. Ну, мне как нубу дали P90 какой-то, давай, да? Давай, смотри, самое главное в тактиках. Иди сюда, повторять еще одной. Нет, повторять то же самое, только уже на шрифте. Пойдем. Так, все, полетели. Тихо. Идут! Ой, хорошо, тренер, ну а чего меня не спасли? Мужик лёг. Давай. До сих пор показывается? Да, ты чисто лежит, отдыхает. И смотри, нога так одна... А если ему вот так скинуть? Смотри, вот такая флешечка. Давайте, тренер. Опа. Вы попали, где-то тут, мне кажется. Тренер! Фу, а чё на ФК стоял? Не, он просто меня стрелял, а ты не видел. Тренер, может у вас договорняк с ним, не? Тренер, я тоже с авиком буду вот именно по вашим техникам играть. Ой-ой, тренер, вам чуть маслина не прилетела. Давай, ноускопы, на ноускопах. Давай, сейчас тренируем ноускопы, как мы с тобой прошли. Давайте, тренер, ноускопы. Самое главное агрессивно, как я тебе и говорил. Слушай, а иногда целиться можно или нет? Хоть иногда. Нет. Только агрессивно. Давай, раз, два, три, пуш. О, давай. Тренер, тут! Мимо головы попал! Тренер, надо фазу! Ай, сбоку! Есть пробитие! Хорош, нормальный. Да, тренер, вы что, прикалываетесь? Может, вы прицелитесь? Ай-яй-яй! Не, ну почти. Это вообще жесть. Обнял, приподнял. А вы с чем будете играть? Я с Глоком. Ничего себе. Мне для моих учеников ничего не жалко. Тренер, нам жопа! Я его убил. Тренер тебе всегда поможет. Ой, я перезаряжаюсь. Откуда по вас попали? Тренер, инфу, давайте! Тренер, инфу! Тише. Справа выйдет. 3, 2, 1, справа. Читаемо. Тренер, чего мне не сказали раньше времени? Тебе еще до понимания такого, как у меня, расти, конечно. Тренер, вы хоть раз в фонтане купались? Только на день тренера. Так, они в коврах, пойдем быстрее со мной. Погнали. Второй вход заходим и пушим это. Чтоб они больше... Давай, тренер, в атаку! О! Сюда, нубы! Тряхнусь. Тренер, попал! В голову попал или куда ему? Давай. Другое место, конечно, не буду говорить, какое. Давай, тренер, попал! Да! Киберспорт, моя жизнь! Теперь бери дробовики, тактика называется огурцы в дробовиках в коврах. Пойдем. Тренер, у меня дробаш без скина, я буду хуже играть, говорю сразу. Ну, дело не в скинах, мой друг, пойдем. Давайте, иду. У меня флешка есть, тренер, могу вас скинуть. Смотри, иди за мной, и запрыгни вот туда, в угол встань. Понял. На шипке. Быстрее. Вставай. Ай, тренер, я упал! Давай, паркурчик, шифти. Все, там стой. Все, стою. Никого обижать не хотим, мы любим. Тренер! Ё-моё, ну что у меня за ученик-то такой? Всему учить, ладно. Смотри, бери смог, бери дробовик и пуш ковры. Блин, тренера, может по-нормально будем уже играть? Нет, пойдем за мной. Ладно, погнали, так, взял смог. Смотри, встаешь на ковер бабушкин, помнишь позицию? Да. И шифтишь там.
Смотри, я сейчас зарежу. Тренер! Ого! Ничего себе! Обалдеть! Тренер, вы что творите? Тренер, ну вы просто, ладно, ну вы неадекват какой-то. Ничего себе. Я тебе заставил калаш. Держи. Давайте, тренер, хоть какая-то польза будет от вас. Давайте. В смысле? Да ладно, тренер. Иди за мной, все, иди за мной, я тебе подсадку сейчас секретно покажу. Но на этом наши занятия еще не закончились. Погнали. Погнали, секреты подсадка. Надеюсь, на рабочее. Вот, даю бус, давай. Они там, они тут спалили. Я спалился! Почти минус 2. Минус 82. Страшно стало. 18 хп, тренер, 18 хп. Я верю в вас. Тренер! У меня зрение плохое, я ничего не вижу. Ну ладно, ладно, мне простите, я пока отойду. Давай, играй сап пока. Нормальный тренер. Учись давай, учись. Тренер, вы какой-то тренер с Алиэкспресс, походу. Тренер! Лобачок, вот стип. Там был хит, ты видел? Да, тренер, слушай, может мы выиграем? Как вам предложение? Мать моя женщина! Играй. Хаешку давайте брошу. Я в тебя еще стреляю, что. Сбоку! Сбоку тип! Да потом. Все, пачка поставлена, пойдем. Ай-яй-яй! Он там сбоку стоит! Вот, смотри, настоящий мужчина не фыкует. Блин. Так, ладно. Следующее занятие продолжим завтра. В 12. Нет, в 6 утра ты должен быть в игре и в Дискорде. Ну что ж, уже подписчики, обязательно прожмите лайк! Подпишитесь на мой канал! Ссылочка на канал тренера, скилла будет в описании. Скилл, ну, мало кто не знает, чемпион мира по всем видам спорта, киберспорта и так далее. Всех обнял, припонял. Также розыгрыш. Розыгрыш чего скилл? Ножа бабочки в моем телеграм-канале. Не забывай, розыгрыш ножа бабочки в моем телеграм-канале. Ссылочка в описании. Все переходим, участвуем, побеждаем, потому что, возможно, прямо ты получишь нож бабочку. Просто подпишись по ссылочке в описании. Все починай. Всех обнял, приподнял. Всем удачи. Всем пока. Всем пока.